ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Каким несказанным удовольствием награжден всякий мудрец видеть и слышать глупца и потешаться над его непомерной глупостью. Не ведаю ничего лучше. С нетерпением жду нового дня и новых простофилий. Уж и я-то покажу, что они стоят. Сеньор Спалетти! Трудишься? О, ну что вы, сеньор Спалетти, ну что вы, ну разве это труды? Так, одно название. Ну, тут постучу, там отрежу, здесь померю. Так, баловство одно. То ли дело вы, благодетель наш. Сколько же земли на вас, сколько работников. Весь город ваших святых на труженных руках. Ну, полно тебе, Джузеппе, зубы-то заговаривать. Ты сам, ну, прекрасно знаешь, что всем в этом городе занимаются мои управляющие, за что я их щедро одариваю чинами да лирами. Ну, сеньор Спалетти, ваша щедрость всем известна. Ты скажи-ка мне лучше, что мне делать с тем восточным купцом, что на прошлой неделе осрамился на весь город своим нелепым нарядом? Он, бедняга, жаловался даже самому кардиналу, представляешь? Просил найти какого-то сапожника, что надоумил его на это. Ты не знаешь никого, как он там кричал, а хитрого пройдоху, что он такой способен? А не будет он обманывать простых людей. Он думал, что умнее всех, когда продавал на площади свою сермяжную ткань, выдавая ее за китайский шелк. Ну, пришлось проучить негодяя. Ладно, ладно тебе, ну не горячись ты. От твоей жажды справедливости ходят даже легенды. Потеха, конечно, удалась, но это стоило мне горстку золотых. Сеньор Спалетти, я все вам возмещу, даже не сомневайтесь. Нисколько не сомневаюсь. Правда, мне от тебя ничего не нужно, а новых занимательных историй, о возомнивших себе невесть что болванах. Кстати, слушай, а из тебя бы вышел неплохой дворянин. Ты посуди сам, у тебя острый ум, есть смелость, отвага, ты статен видом. Так что все в твоих руках. То есть вы хотите сказать, что если мне удастся найти какого-нибудь беспросветного глупца и высмеять его беспросветную глупость перед всем честным светом, то вы сделаете меня дворянин? Я сказал то, что сказал, не скрою. Я желал бы этого. А ты знаешь, что в этом городе я могу все. Дерзай! Вы не пожалеете, сеньор Спалетти, что поверили в меня. Вскоре вы услышите о таком сказочном недотепе, каких еще свет не видывал. Да уж, охотно верю. Но, надеюсь, им буду не я. Ну все, мне пора, Джузеппе. Не забудь, через неделю у меня важный бал. По случаю моего очередного миллиона мне нужно веселье. Конечно, конечно, сеньор Спалетти, все непременно повеселимся. Я буду дворянина! Карло и Марио! Да, приветствую вас, друзья. Давненько не видел вас. Я-то уж думал, вас бросили в тюрьму за ваши грязные делишки. Джузеппе, дружище, ну ты что? Не помню, чтобы нас ловили жандармы. Да, ведь мы сильны, ловки и неуловимы. Ах, ну оставьте, друзья, оставьте. Ну, уже преступники. Уличные воры.
Рано или поздно вас все равно схватят, и тогда даже сам Папа Римский вас не спасет. Не боись, Папе Римскому нет до нас никакого дела. Джузеппушка, уж кто бы это говорил? У тебя у самого рыльца в пушку. Если бы не сеньор Спалетти, не сносили бы тебя головы за твои грязные подлые проделки. Фу, что слышу я? Ты решил сравнить свое преступное грубое ремесло с моими гениальными комбинациями ума? Какая разница? Итог один. Обман и мошенничество. Ну не скажи. Ты, если тебе удастся сорвать куш, то ты в лучшем случае проживешь безбедно, ну, пару лет. А если мне повезет в моих гениальных замыслах, то я вскоре стану дворянином. Дворянином, Карло! Да хорош тебе, чтоб мне пусто было! О, что за тон, Марио! Не забывай, ты говоришь самим почти дворянином. Ах, простите, ваше почти высочество. И за какие такие заслуги тебя вознаградят таким счастьем? Все очень просто. Мне нужно найти какого-нибудь беспросветного глупца и высмеять его беспросветную глупость перед всем честным светом. Ты просто мозг. Нет, ты правда гений. Карло, ты знал, что так можно? Скажешь тоже. Я не знал, что такое беспросветный. Да, но только есть одна маленькая загвоздочка. Все, Карло, я понял. Он нас опять обманывает. Пошли отсюда. Погоди. Давай послушай. А вдруг он стал честным и не хочет нас обвести вокруг пальцев? Ладно. Смейте сколько угодно. Но знайте, что когда я стану дворянином, мне могут понадобиться ловкие помощники. И пока, эта вакансия открыта. Вот здесь поподробнее, это уже интересно. Да, это уже дело. Давай выкладывай, что ты там задумал и что нужно от нас. Слушайте, сеньор Спалетти обещал мне дворянский титул. Если я выставлю на посмешище очередного самовлюбленного глупца. Ну, его, как вы знаете, это изрядно забавляет. Так вот, у меня есть всего одна неделя, чтобы найти этого счастливчика. И вот вы мне в этом и поможете. Вы каждый день на площади, там таких полно, идите и найдите мне его. И уж поверьте, я в долгу не останусь. Да, это мы можем. Ладно, вы в деле. Да, но только гляди, не обмани. Ну ты славно, друзья, по рукам. По рукам. По рукам. Франческо! Ну пошли же, я тебе говорю, ты сказала, пошли, пойдем, это ради твоего же блага, пошли! Джузи, посмотри, кого я тебе привела! Ну и кого же? О, этот юноша редчайший экземпляр! Тебе все непременно понравится! Ну вот и что же в нем такого редчайшего? На мой взгляд, какой-то обычный оборванец из какой-то захолустной деревушки. Ты совершенно прав. У нас маленькая деревня из-под Флоренции. Но ты только послушай его историю. Полно тебе, Франческо, меня ничем не удивить. О, этот юноша страстно желает стать дворянином. Скучно. И готов отдать за это все свои сбережения. Так. А вот теперь он мне стал предельно интересен. Он, конечно, не шибко-то богат, но... Ладно, я согласен, я берусь за него. Вот, узнаю прежнего Джузи, а то скучно, ничем не удивить. Приветствую вас, милый друг. Ага, здрасте. Да. Как ваше имя, ваше благородие? Витя. А, мы уже по сценарию пошли? Меня зовут Джованни, и я из... Да-да, я в курсе, что ты из-под Флоренции. Лучше скажи-ка мне, милый друг, что же привело тебя в наш скромный, уютный городишко? О, я всем своим разумением и сердцем желаю... Так, стоп, дружище, отбросим лирику. Сколько?
Чего сколько? В смысле, чего сколько? Сколько ты готов дать мне, чтобы... Сколько ты готов отдать за свою мечту? За мечту всей своей жизнью? Ну, все, что у меня есть. Поточнее. Ну, я продал кусочек земли, доставшийся мне от бабушки в наследство. Продал красивую красную рубаху, доставшуюся мне от отца. Отвел на рынок овечку. Ну, не томи же, ну... Ну, три считаем, два в уме, разделить на ноль, так еще и минус 40%. Ну, заканчивай, ну... Ну, примерно 300 венецианских лир. Уф, Джованни, сразу видно, что ты хороший человек. Я знаю, я вообще класс. Да-да, вижу, вижу. Знаешь, я помогу тебе. Я знаю, как стать дворянином. Знаешь, я же тоже своего рода дворянин. Правда? А так и не скажешь. Ты еще молод и многого не понимаешь. Так, милая Франческа, ты привела мне чудеснейшего юношу, тем самым уже облагодетельствовала меня. Но у меня есть всего еще одна просьба. Но ты же, ты же великолепно танцуешь, твой талант известен всему миру. Но ты же знаешь, тебе я всегда помогу. А, в моей светлой, гениальной голове родилась свежая идея. Ты великолепно танцуешь. Дай несколько уроков этому чудесному юноше из-под Флоренции. Да, обучи его самым модным нынче у дворян танцам. Ну, с моей стороны, было бы преступно отрицать это. Лучше меня в этом городе не танцует никто. Чего же ты хочешь? Ну, ты дашь несколько уроков этому чудесному юноше? С удовольствием. Это что это? Это я буду танцевать как дворянин? Да, милый друг, доверься мне. И вскоре о тебе заговорит весь город. Да, но прежде чем мы начнем, как бы тебе это сказать поделикатнее. Гони деньги. Прямо сейчас? Ну когда? Сколько ты думаешь стоят уроки у лучшей танцовщицы в городе? Сколько? Сколько? 10 лир один урок. Да? Ах, да-да, точно, 10 лир в час. Забыла, я ж сама цену назначала. Вот глупенькая. Ладно, вот, возьмите. Да. А могу ли я у вас переночевать? А то я еще нигде не успел обустроиться. Конечно, милый друг. Наверху для тебя есть замечательная каморка. Комната. В ней, кстати, даже есть маленькое окошко. И почти не пахнет клопами. Сегодня ты переночуешь там. А завтра мы с тобой начнем наши уроки по дворяноведению. Смотри, не опаздывай. Пойдем, Джованни! Тебя ждет прекрасное будущее. Я буду дворянином. Франческа, я всю ночь думал о тебе. Ой, точнее о том, как бы мне скорее стать дворянин. Ну, это зависит от того, как быстро ты научишься танцевать. Я подготовила для тебя самые модные танцы, благодаря которым ты удивишь весь высший свет и станешь там своим в доску. Я готов! Я видел, как вчера ты танцевала. Это было чудесно. Не всем нравится. А один законник даже сказал мне, что я танцую, как уличная девка. Ты танцевала на улице. И вроде бы ты девушка. Но не суть важно. Что ты говорила там про доску? Ты прав. Далось слова. Начнем. Вставай в первую позицию. Это как это? Пятки вместе. Носки в разные стороны.
Издеваешься? А ну-ка, тяни носки! Разве человек умеет так? Тяни носки, кому говорю, это ради твоего же блага тяни! Не дави на меня! Не видишь? И так тяжело! И это только самое начало! Теперь начинается самое сложное. Ты видел, как ходит краб? Нет. Ладно, тогда давай лучше вот так. Подожми руки, как цыпленок, и маши ими, и бегай вокруг. Ага. А с ногами чего делать? В той же позиции? Да нет, глупенький, ты же сам сказал. Человек так не может. Человек не может, а вот цыпленок очень даже. Браво, да ты просто талант. Я знаю, я вообще класс. Не говори ерунды. В средневековье не говорили класс. Итак, следующее изысканное движение в танце. Сделай вот так. А? И прыгай на одной ноге вокруг своей оси. А, ну это легко. Даже сказала бы, не трудно. Как здорово получается. Да ты будто рожден для этого. Для шутовства? Танец. Ну, знаешь, у богатых свои причуды. Им так нравится. Ну, ладно, я тебе доверяю. У тебя добрые глаза. Джованни, я должна тебе кое-что сказать. Сеньора Борези, сеньора Мальдини! Ну и где этот неограненный алмаз? Да. Где он? Мы сделаем из него конфету. Что за манеры, сеньор Мальдини? Вы опять являетесь нам верх невежества. Из алмаза делают бриллиант, а конфеты, уж спросите меня, делают совсем из других материалов. Неважно. Подайте-ка его сюда. Франческо, где он? И что здесь делает этот люмпен? Ой, что вы, сеньор Мальдини? Это Джованни. Он мне совсем не люмпен. Он, конечно, из маленькой деревни из-под Флоренции, но он почти дворянин. Его-то нам и предстоит обучить. О, милое дитя, ты так наивна. Мы, конечно, весьма искусны в наших дарованиях, но из этого алмаза получится только придорожный булыжник. О, милые сеньоры, Франческо, Джованни, дружище. Я вижу, вы тут уже поладили, ну и славно. Так. Воскресенье у Джованни бал. Я уже обо всем договорился. Осталось дело за малым. Да, Джузеппе, осталось дело за малым. Объясни-ка нам, пожалуйста, что за комедия тут происходит? Джузи, ты позвал нас немного облагородить своего знакомого, чтобы он смотрелся при дворе. Но судя по тому, что я вижу, либо твой знакомый не пришел, либо ты нас обманул. Спокойствие, дамы, только спокойствие. Не шумите, пожалуйста. Итак, этот чудеснейший юноша прибыл к нам из-под Флоренции для того, чтобы стать дворянином. Да, на первый взгляд он неказист, ну, да и на второй тоже не внушает особого доверия, но ведь он весьма мил, не так ли? А вы ведь помните, что сеньор Спалетти любит именно таких гостей, которые выглядят особенным образом. А, так я поняла. Ты хочешь, чтобы мы только подчеркнули его особенность? Всего-то навсего. Что ж, пожалуй, это и правда будет несложно. Только это дорого тебе обойдется, Джуди. Сколько? 10 лир в час. Сколько? Каждый! Вы грабите меня средь бела дня. Но ведь я дал тебе 3. Так, ладно. Ущерб себе. Я дам вам 20 лир за час работы. Но и спрошу с вас по всей строгости. За нами не заржавеет. Мы согласны. Фу. Ну, как говорится, куй железо, пока рак на горе свистнет. А кто так говорит, кто так говорит, кто так говорит? Я так говорю, не придирайся. Так, Франческо, давай-ка не будем мешать профессионалам делать свою работу. За 20 лир в час, вообще-то. У нас с тобой еще полно дел. Нужно заказать ткань для вечернего костюма Джованни. Ну, как скажешь. Они мне не нравятся. Но вот мы себя в восторге. Идите уже. Ну что, малыш, зададим жару в этой дыре? Что за моментон, сеньор Мальдини? Вы так не пугаете малыша. Вообще-то я уже совсем не малыш. И к тому же я почти дворянин. Ну вот и прекрасно.
Вот и говори ты себе почаще. А пока предлагаю начать с правил хорошего тона. Этим ведь и отличается благородный муж от безродного попрошайки. О, это я знаю, там здоровкаться, спасибкаться, до свиданькаться. И ты бы набрался такой гадости, милостивый государь. Я такой несусветной глупости отродясь не слыхивала. А старцы это для деревенской интеллигенции. У дворян все иначе. Приступим. Итак, первое, что поразит всех, это пунктуальность. Скажи мне, дитя мое, ко скольки нужно прийти на бал, если он назначен, ну скажем, на 6 часов вечера? Ой, это легко, это надо прийти без 15:06. Только деревенские олухи приходят без 15:06, а ты должен опоздать. Сильно опоздать, не менее, чем на час. Ты ну, сам... это как-то некрасиво. Некрасиво на рыбалку с динамитом ходить, а это нормально. Ты сам подумай, ты приходишь, все сидят с набитыми ртами, и им стыдно. Тебе выносят лучшие блюда, спешно сажают на лучшее место, и весь вечер считают себя виноватыми, что тебя не дождались. И не смей есть перед этим, пусть брюхи заурчит. Но я люблю поесть, это будет тяжело. Тяжело мороженое в кармане прятать, а это нормально. А завершишь свою трапезу и со стола не выходи. Возьми незаметный край скатерти и вытри руки и рот. Ты же будешь в высшем обществе, должен держать себя в чистоте. Ну это неловко даже как-то. Неловко? Снеговика без морковки делать. А это нормально. В крайнем случае можете вытереться рукавом. Только помните, что вы дворянин, и делайте это элегантно, от локтя к кисти. Вот так. Что ж вы делаете? Раз и дворяне так делают, нужно от кисти к локтю. Ну ладно, а что, если мне нужно будет высморкаться? О, как сказал великий поэт Григорио Астерини, нет приятнее занятий. О, стихи! Я люблю стихи. Только какие-то они странные. Постная колбаса странная, а это нормально. В завершение, если тебя пригласят на танец, спрячься под стол. Создай интригу, это по-дворянски. Ну вот теперь и правда не малыш. Настоящий дворянин. Ну ладно, залезу под стол, как скажете. Мы же не придумали мой стильный образ. А ну-ка присядь. Сеньора Мальдини. Вы уж постарайтесь. Так, на голове однозначно будет шляпа с тремя рожками. Ярко-желтая рубашка, да, с ярко-зелеными рукавами и желтым воротом. И штанцы с висящими коленками. Остроносые ботинки. И бубенцы, тучи бубенцов. Какой изысканный образ. Это будет наша лучшая работа. Вообще-то это похоже на костюм скомороха. Доверься нам, мы ведь желаем тебе счастья. Искренне, за 20 лет в час. Ну ладно, доверюсь, как скажете. Так, все, пошли к портному. Джузеппе Франческо уже у него. Закупаю ткань. Это будет лучший образ. Это просто модный приговор какой-то. Они должны быть где-то здесь. Вы не видели деньги? Блин, мы ж в коморке. Знаешь, Карло, если их здесь не будет, я лично сдам тебя жандарму. Не боись, Марио. Если их здесь нет, то я сам пойду и сдам себя жандарму. Вечно ты за мной повторяешь. Нет, ты за мной. Да ты даже не слышишь себя. Слушайся свои слова. Это ты себя. Понял. Нет, подумай. Разве Джузеппе, как обычный обыватель, будет прятать трездолир в своей коморке? А сколько спрячете? Да не в сумме дела, а в принципе. А вообще, ты прав. Это не похоже на него. Хотя я пока даже не знаю, что такое принцип. Вот поэтому он гений, а мы с тобой уличные карманники. Значит, мы здесь ничего не найдем. Нет ничего. И останется нам до конца жизни работать так же честно, как твой папа. Почему это как мой отец? Ну...
то, что папа Карло, ну ты Карло, твой папа, это папа Карло. Будем честно до конца жизни работать, как папа Карло. Да, понял. Не смешно. Вот смешно будет, если нас прямо здесь застукают. Что мы будем делать? А разве ты не забыл? Здесь каждый раз выходит какой-то странный мужик и говорит о чем-либо выходе. Так это ж ты, болван. Мы не виноваты, что Леха не приехал. Что вы тут делаете? А, ничего, репетируем. Репетируем. На этом треклятом балу. Ну, конечно, Джови. Вот это, кстати, правильное слово. Поразишь. Хорошо. А то я волнуюсь, смогу ли я наконец заполучить титул. Да что все помешали с этим дворянством? Прямо ради мне вон, а все готовы. И ты, казалось бы, тихий, славный юнец. А туда же. И не говори, Франческо. Я и сам часто задумался насчет этого. На первом у себя шутовской наряд. Отплясывал по скоморожье, обучился благородному этикету, и все это ради дворянства. Так ты знаешь, что вся твоя подготовка — это все потешный балаган? Ну, конечно! Понимаешь, и все равно идешь до конца? Естественно! Я просто думаю, что это и вправду сработает. А зачем тебе дворянский титул? Ты вроде бы и так умный, добрый человек. Все не так просто, милая Франческа. Мне не по нутру эти высокие чины. Моя мать тяжело больна. Я ее отвозил всем эскулапом под Флоренцией и даже в самой Флоренции. Но ее излечить может только городской доктор Медичи. Ах, боже мой, так же вези ее скорее к нему! Он принимает лиц только дворянского происхождения. Так вот оно что. Да, милая Франческа, я продал все ради этого липового титула. Ах, как это больно и благородно! Но на балу тебя же не сделают дворянином! Пойми это, Джованни! Франческо, не разбивай мои мечты! Джузеппе обещал мне! Ого, Джованни, милый друг, да ты неотразим! Я надеюсь, твои манеры и твои танцы столь же обворожительны, как и твой наряд. Итак, нельзя терять ни минуты. Отправляйся в усадьбу сеньора Спалетти. Ни слова больше! А где она находится? Так. Идешь в центр города и увидишь самый большой дом, освещенный со всех сторон. И не ошибешься. Ни слова больше! Пожелай мне удачи! Она тебе не нужна, милый друг, ведь ты несравненно хорош не в ту сторону, Джованни! Ни слова больше! Он же шапку забыл! Я не виноват, что Леха не приехал. Джузи, что же ты наделал? А что бы я наделал? Провернул очередное гениальное дельце. Кстати, очень выгодное. Моя чистая прибыль 250 лир. Да дворянский титул в придачу. Ну и кто еще так сможет? Послушай, Джузи, этот на вид нелепый юноша. Он не такой, как все. Что ты хочешь сказать? Понимаешь, он искал дворянство лишь для того, чтобы излечить свою пожилую маму. В нем нет ни гордости, ни корысти. Он чист и невинен. Это он тебе сказал? Ты слишком доверчива, Франческо. Все хотят денег и власти. Но он ничего из этого не получит. Он идет на бал.
Он смешон и знает это, и все равно идет. Пойми, это не чистота и не невинность. Это беспросветная глупость. А за глупость, ну извините меня, надо наказывать. Джузик, ты можешь это остановить? Останови его, верни деньги и отпусти домой. Прошу тебя. Франческо, завтра я стану дворянином. Я не откажусь от своей мечты из-за какого-то маленького смазливенького горемыки. И если бы ты до сих пор этого не поняла, то нам с тобой не по пути. Прощай. Сеньор Спалетти! Джузи, Джузеппушка, как поживаешь? Рассказывай. О, сеньор Спалетти, вы не представляете, как же я вас ждал. Весь в томительном предвкушении. Да уж, ты даже не представляешь, сколько хлопот выпало на мою шею, чтобы я добрался до твоей кнуры. Да куда уж мне, дорогой сеньор Спалетти. Я-то человек маленький. Да. Это так. Ну и заваруха же вчера была. Я искушенный зритель, ты это знаешь. Но такого я ни разу в своей жизни не видел. Мы про того милого юнца, что возомнил себя дворянином. Да-да, несомненно про него. Ты бы видел. Сначала он опоздал на ужин. Мы переходим к десерту, и тут вваливается он. А разодет. О, ужас. Как канарейка набросился на еду. Подавай мне, говорит, икру красную, черную, кабачковую. Гости со смеху прыснули, а живота от яств болят. А он накидался, скатертью вытерся и давай плясать от пляса. Так, что у меня аж скоморохи все повалялись, представляешь, Джузи? Ой, да вы что? Да. Вот это же было веселье. Он плясал, плясал, плясал и плясал. Такой смешной в своем цветастом одеянии. И вдруг, как закричит мама. Мамочка, я танцую, танцую для тебя, видишь? Покрутился 3 раза, да и плюхнулся на пол. И зарыдал вот такими слезами. И что вы с ним сделали? Выгнали его вон? Знаешь, Жузеп, в этот момент я что-то в нем увидел. Я подошел, взял его за руку, отвел в свой кабинет. И он, глотая слезы, поведал мне свою грустную историю о любви к своей матери. Завтра я все утро искал знающих врачей. Завтра ее привезут к нам. Она будет жить у меня. Я не понимаю. Да все ты понимаешь, Джузи. Ты заигрался. Топтать чужое горе на пути на вершину. Вот это и есть настоящая глупость. Ты думаешь, я добился своего богатства, унижая других? Нет, это не так. Без сострадания и милосердия счастья не построишь. Есть принципы, которых переступать нельзя. Это придумал не я, это Христос. А как же я теперь? А что ты-то? Ты станешь хорошим сапожником? Наверное. А вот дворянином в этом городе ты не станешь никогда. Я этого не позволю. А ты знаешь, в этом городе я могу все. Прощай, Джузеппе. Thank you.
Сеньор Мальдини, Анна Десен. Сеньора Морези, Дарья Мансурензе. Джованни, Дарья Шерма. Искимир, Елена Викторовна Краснодёва. Автор сценария и режиссер и духовник я. Спасибо большое!